світу зараз слідкує за тим, що відбувається в Україні і на Майдані в Києві. Зараз у нас на зв'язку знаходиться в онлайні Антон, який живе в Тель-Авіві, це Ізраїль. У нас перше включення за всю нашу історію з Ізраїлю. Наші, оказывается, там теж є. Антон! Вітаю, Слава! Слухаємо вас! Ви на зв'язку, вас чути добре. Я слышно хорошо, да? Чудово. Привет всем украинцам. А можно прямо сейчас у нас заскакать? Антон, камера все равно стоит на ноутбуке, который в радиорубке. Всем привет, кто не спит. Привет украинцам. Привет землякам. Я уже 10 лет живу в Израиле. И я узнал о попробованиях. Сразу, как только не побили, как сбили людей на Майдане. Вот. И у меня, я проснулся с очень плохим настроением. Я это все видел на видео. И я каждый день постоянно начал следить по телестриму, в живом телевидении, за помощью, за всеми теми вещами, которые происходили на Майдане, не на Майдане, в Киеве, в Украине. Я вас всех очень сильно поддерживаю.